Недавно в сети интернет случайно набрел на видео молодого вокалиста под сценическим псевдонимом «Шаман» с интересной песней «Встанем», который кого-то мне напомнил, но никак не мог вспомнить, ускользало имя. Лишь его запоминающийся голос вернул меня на 7 лет назад на третий сезон шоу «Голос», тогда набирающего свои обороты шоу Первого канала. Ярослав Дронов быстро покорил миллионы сердец, и вовсе не глянцевой внешностью и не эпатажными выходками. Его голос действительно завораживает и вводит в состояние, близкое к трансу. Кто-то под его песни рыдает, кто-то танцует, а у кого-то возникали мысли и идеи, которых раньше не было. Ярослава можно назвать человеком со множеством талантов. Он прекрасно поет, играет на музыкальных инструментах, сам пишет стихи и музыку. На сегодняшний день Ярослав развивается в качестве сольного исполнителя. Многим он известен своими оригинальными каверами. Представительниц прекрасного пола неизменно интересует, кто жена Ярослава Дронова, как складывается его личная жизнь, если у певца дети. Попробуем разобраться в подробностях личной жизни музыканта и расскажем, как «Шаман» стал именно тем шаманом, которого мы знаем сейчас. 22 ноября 1991 года в семье Дроновых стало знаменательным днем, поскольку на свет появился маленький Ярослав. Произошло данное событие в городе Новомосковск Тульской области. Родители мальчика имели непосредственное отношение к музыке. Прабабушка Ярослава раньше была солисткой оренбургского хора, папа виртуозно играл на гитаре, мама обладала прекрасным голосом и отлично пела. Поэтому неудивительно, что с раннего возраста он начал проявлять интерес к сцене. Детство будущего певца прошло на малой родине. Уже будучи знаменитым, Ярослав признался, что никогда не изменял родному городу. Он до сих пор любит приезжать в Новомосковск, проводить время с друзьями и близкими. Музыкальная карьера Ярослава началась в детском возрасте. Еще в 1,5 года мальчик впервые начал издавать звуки, похожие на пение, а уже в 4 года родители отдали его в музыкальный ансамбль «Ассорти». Спустя 6-7 месяцев занятий состоялось первое выступление Ярослава на сцене. Но в 13 лет он хотел отказаться от занятий музыкой. За год у него не было ни одного выступления. Ярослав стал задумываться, хочет ли он быть певцом. Он размышлял над будущей профессией, думал, что станет хирургом или стоматологом. Но все опять вернулось на круги своя, и парень продолжил заниматься музыкой. Конечно, зачастую прекрасный голос – это прежде всего дар Божий или талант, но никто не отменял музыкального образования, как мощного фундамента артиста. Именно поэтому Ярослав решил получить серьезное музыкальное образование. Окончив музыкальную школу, юноша поступил в музыкальный колледж. Он выучился на руководителя народного хора, а затем со второго раза поступил в музыкальную академию имени Гнесиных в Москве на эстрадно-джазовый вокал. Этот московский год не прошел для Дронова даром. Он пел в ресторане, чтобы была возможность снимать квартиру. Ярослав понимал, чтобы добиться настоящей популярности, нужно попасть в телевизор. И в 2013-м он стал участником проекта «Фактор А». Примадонна российского шоу-бизнеса обратила на Дронова особое внимание. Обаятельный, яркий, оригинальный певец стал любимчиком Пугачевой. Легендарная поп-дива давала молодому музыканту дельные советы и ценные рекомендации. На проекте Дронов дошел до финала, но смог занять лишь 3-е место. В 2014 году Ярослав снова решил пробовать свои силы в телепроекте и пришел на шоу «Голос». На слепых прослушиваниях повернулись Дима Билан и Пелагея. Инородные корни определили сами себе в наставники Пелагею. Думаю, многим запомнился совместный дуэт Ярослава с Пелагеей с казачьей песней «Не для меня». В первых сезонах шоу можно было оставлять всех, и это был бы самый лучший хор прекрасных голосов. Дойдя до четвертьфинала, молодой человек исполнил композицию «Когда молод был». Это выступление Ярослава многие признали самым мощным, но победу он так и не одержал. Он уступил Александре Воробьевой из команды Александра Градского. В любом случае, участие в шоу принесло молодому певцу известность и популярность. У него появились многочисленные поклонницы. Карьера Дронова стремительно пошла в гору. В 2015 году он дал сольный концерт в Крокус-Сити-Холле, собрав полный зал. Сегодня Ярослав прочно осел в Москве. Он занимается сольным творчеством, записывает каверы, выкладывая свои ролики в сеть. Ярослав всегда отличался огромной самодисциплиной и полным погружением в музыку и профессию. Благодаря своему голосу он очень индивидуален. Неудивительно, что недолго поработав в группе, он пришел все-таки к сольному проекту под названием «Шаман», где он сам автор слов и музыки и сам продюсирует этот проект. Свою первую песню Ярослав написал в 16 лет. Дронов рассказывал, что уже давно хотел взять себе псевдоним «Шаман» по двум причинам.
Во-первых, когда он сочиняет свои песни или исполняет их на сцене, на волю вырывается его концентрированная сущность. Это похоже на магию. Слишком мощная энергия, которая буквально сносит все на своем пути. Ей не подходит простое человеческое имя. А во-вторых, поклонники певца называли его шаманом задолго до старта сольной карьеры. В комментариях под постами, где он исполняет песни, слушатели часто сравнивали его с шаманами. Ярослав все так же продолжает петь кавер-версии известных песен, но его новые песни не менее понравились зрителям сети. А это гораздо сложнее – завоевать любовь зрителей своим собственным продуктом, по которому тебя будут идентифицировать. И он продолжает быть собой и дарить свое творчество. Ярослав не боится экспериментировать с собственной внешностью. Началось все еще в подростковом возрасте. В 15 лет он весил более 90 килограмм, но его это абсолютно не смущало. На тот момент артист не заботился ни о фигуре, ни о внешнем виде в целом. Со временем начал обращать внимание на других людей, как они выглядят, и собственное отражение в зеркале перестало ему нравиться. Чтобы похудеть, шаман не стал записываться в спортзал и к диетологу. Просто отказался от поездок на общественном транспорте, старался больше ходить пешком и уменьшил количество потребления пищи. В результате ему удалось сбросить более 20 килограмм. В 18 лет у Ярослава был сложный период. По его признанию, происходило много вещей, которые были ему неприятны. Он где-то прочитал, что вместе с волосами уходит все плохое, и принял решение побриться налысо. С такой прической он проходил около года, пока волосы не отросли. Спустя много лет артист решил изменить прическу и заплел дреды. Прошло уже несколько лет, его прическа пока не изменилась. Поклонники отмечают, что дреды очень идут певцу, его внешний вид подчеркивает то волшебство, что таится в его голосе. А как обстоят дела сердечные? Познать все прелести любовных отношений музыканту удалось в довольно юном возрасте. Свою будущую жену молодой человек встретил, когда ему было всего 15 лет. Прекрасная девушка по имени Марина покорила сердце Ярослава. Судьбоносное знакомство произошло в музыкальной школе, где девушка преподавала народное пение. Дронов зашел в школу, чтобы передать костюм, и увидел обворожительную Марину. Марина Ращупкина долго не откликалась на чувства ученика, но в результате сдалась. Между молодыми людьми возникли нежные и теплые чувства, но переходить к серьезным отношениям они не торопились. Их первый поцелуй произошел почти через месяц после знакомства. «Впервые я поцеловал свою будущую жену, когда мне было 16. Произошло это спустя 3 недели после того, как мы начали встречаться. Просто гуляли вдвоем, присели на лавочку возле военкомата и… поцелуй». В 2012 году влюбленные решили сыграть свадьбу. Спустя 2 года жена Ярослава подарила музыканту прекрасную малышку, которую назвали Варварой. Пока певец работал в Москве, Марина с дочерью ждали его в Новомосковске. «Очень скучаю по ним, но гоню от себя грустное ощущение. Через 30 секунд после завершения каждого эфира мы сразу созваниваемся», – рассказывал музыкант. Хоть союз был довольно крепким и счастливым, в 2017 году семья Дронова распалась, после чего Ярослав держит свою личную жизнь в строгом секрете. Что произошло между супругами, так и осталось для поклонников тайной. Ярослав, как и все отцы, души не чает своей дочери Варваре. Он рассказывал, что девочка очень боевая и упрямая, всегда добивается своих целей. Уже в 1,5 года она сама начала выбирать себе наряды и крутиться перед зеркалом. В воспитании наследницы Дронов придерживается метода кнута и пряника с преобладанием первого. Несмотря на то, что исполнитель бывает строг с дочерью, он все же балует ее игрушками и подарками. Сейчас он не имеет возможности видеться с Варварой часто, так как она проживает с мамой в Новомосковске, а шаман работает в Москве. Но по возможности он сразу же бросает все дела и приезжает к дочери, и каждый свой визит старается сделать праздником. Дочь для Ярослава – это не пустой звук, и он понимает всю ответственность, которая лежит на его плечах. Не зря же он называет Варвару одной из главных женщин в жизни. Информации, как развивается личная жизнь певца, в открытых источниках нет. У Дронова есть аккаунты в социальных сетях, но они открыты лишь для ограниченного круга лиц. В 2022 году дискография артиста пополнилась композицией «Встанем», которая ничуть не уступала успеху кавера «Улетай». Патриотичная композиция мгновенно залетела в тренды YouTube и ТикТока. В интервью певец поделился, что 2 января 2022 года сочинил песню сам. Для него подобный стиль был в новинку, и он скорее поддался внутренним ощущениям. «Шаман, пускай твое сердце всегда стучит в такт самой прекрасной музыки. Желаем, чтобы любимые ритмы делали твою жизнь насыщеннее, ярче, добрее и энергичнее. Пускай мелодия никогда не стихает в твоей душе и заставляет тебя дарить счастье твоим благодарным слушателям».